Вы задаетесь вопросом, как так вышло? Я вижу по глазам, по тихой поступи заблудившихся в хламе ног. Я вижу по дрожащим рукам, запускающим трясущиеся пальцы в золу и почерневшие камни. За безопасностью стен вы забыли йокаев, злобных духов, по легенде разрушивших наш мир. Вы забыли охотников на демонов. Войну, что те вели среди дремучих лесов, ледяных вершин и туманных побережий. Забыли тех, кто осмеливается идти в мрачный лабиринт пустующих городов и пересечь паутину дорог, рушащихся в тени вековых башен. Это история одного из таких дерзких воителей. Нет, это легенда о смертоноснейшем из них. Но я не поведаю вам ни о потере, лишившей его детства, ни о боли, что ему никогда не забыть, ни о жалости, что ему никогда не простить. Пролитые слезы, произнесенные клятвы принадлежат лишь ему. Не мне их вам открывать. Последовавшие тренировки известны всем. Вы знаете, как действует сёгунат. Солдаты куются и затачиваются подобно клинкам. Их слабости сокрушают, их волю закаляют. Вы все это знаете. Нет, сказитель здесь я, и мне выбирать, где начать повествование. И начнется оно в кромешной тьме.